Так, ну що, ми повертаємося до нашого ефіру. У нас у гостях Сергій Чегвінський і розкаже нам про діджиталізацію в Україні. Доброго ранку. Доброго ранку. Всіх з цим праздником інновацій. В принципі, по інноваціям у нас все в країні дуже даже хорошо. Воно в мірі хорошо і у нас теж стрімітельно розвивається. Наші спеціалісти працюють не тільки на українські компанії і виводять їх на мировий ринок, підіймає нашу страну і імідж в IT-сфері. Да. А також працюють і на інші компанії, в тому числі Google, Facebook, що не може не радувати. Це гордість, мені здається, нашої країни, що у нас такі сильні айтішники. Ну, в цілому, по інноваціям можу сказати, що Україна починає дуже стрімітельно їх вводити. У яких це сферах, у яких галузях найбільше зараз можете відмітити інновації, інноваційних технологій? Ну, взагалі, у нас в багатьох сферах зараз інновації починають розвиватися. Ну, от, наприклад, якщо взяти Дію, да, от самий хороший примір в рамках діджиталізації країни, це було створено. Це дуже удобний інструмент, який дозволяє нам ось цю всю бумажну волокиту в сторону, меньше посещения, траты времени на государственные учреждения, все в кармане. То есть в данном случае мы можем получить услуги, которые раньше нам нужно было идти и тратить на это время, получить их сразу уже в телефоне, ну, либо на сайте своего портала. А также это хранение электронных документов, что тоже очень удобно в быту. Дійсно, вже не потрібно носити з собою паспорт, водійське посвідчення, що там ще пенсійне, по-моєму, так точно. Та там багато чого можна. Багато вже. Да, зберігати. У мене єдине питання, чи безпечно це так, зберігати власні документи? До речі. Смотрите, у любой разработки есть свое начало, есть свои ошибки, это нормальный процесс, все они исправляются, поэтому если есть необходимость использовать сейчас, уже можно пользоваться. Можно пользоваться, доверять этой программе. Если будут какие-то там, дыры в безопасности, они будут поправляться. В процессе это будет, я считаю, очень хороший продукт. И я очень рад, что в нашей стране он как бы есть. Потому что он дает толчок развитию другим сервисам. Ну, например, у нас есть один из сервисов Healthy. Он достаточно уже не вчера создан. Но это очень удобный пример, потому что мы можем найти врача по всему городу, по списку, записаться к нему на онлайн-прием, а также получить анализы тоже в онлайн-режиме, что я считаю очень удобно. Это действительно спрощує життя. Например, у нас хорошо сейчас развиваются банки. Вот банк в кармане по такому принципу, как Монобанк, там, Спортбанк, еще другие примеры. Также у нас хорошо развиты сейчас, даже набирает обороты в образовании, в сфере образования, такие как «Классная оценка» и другие сервисы, они дают возможность дистанционного обучения. Там целый... До речі, у період пандемии, коли було введено дистанційне навчання, так, які розробляли сервисы, як взагалі розвивали цю галузь? Скажем так, сервисы частично уже были созданы до этого. То есть наши предприниматели уже понимали, что за этим тренд. Но когда наступила пандемия, очень резко, они начали это все стремительно развивать. Да, появились конкуренты. Пришвидшились у цьому. И это хорошо, потому что конкуренция порождает хороший продукт. И я считаю, что сейчас вот именно сектор образования очень нуждается в этой вот диджитализации, в улучшении процесса обучения. Вот даже если вот привести пример. Вот человек учится в университете 5 лет. Возможно, больше самих университетов он учится, на какую специальность. Он выходит из нее, и он в большинстве случаев, у нас сейчас так как бы, переучивается на какую-нибудь другую сферу через курсы интенсива, там, который может занимать даже полгода. Может, год, полгода, вот так в районе этого диапазона. И он уже после этого сразу идет работать и зарабатывает деньги, и скорее зарабатывает их больше, чем он отучился на 5 лет. То есть это говорит нам о том, что нет... такой, как бы, скажу так, очень большая динамика прогресса, и мы развиваемся настолько стремительно развиваются сферы всей нашей жизни, что 5 лет — это уже очень много для того, чтобы вот прям поставить ставку на эту профессию и через 5 лет сказать, что вот я не зря выбрал это. Нет, опять же, это касается не всех, но в большинстве случаев мы можем это наблюдать, что очень много людей сейчас переходит в IT, много очень прям... До речі, дуже зріс попит з приходом пандемії. Я от хотів запитати, як айтішникам в Україні живеться?
Очень хорошо. Це особисто моя думка. От що мене дійсно хвилює? От працював собі хлопець так юристом. Прийшла пандемія, онлайн-курси там, наприклад, 2 місяці. Я особисто головою розумію, що IT-сферу Хоча я дивлюся, зараз дуже багато курсів. Це правда, до речі, що айтішником можна стати? От в інтернет заходиш в стрічці, курси айтішника, за 3 місяці прямо обіцяють опанувати всю цю систему. Ну, за 3 місяці можна стати тільки новичком. Но этот новичок уже может брать самые базовые, такие как бы очень простые работы и уже в этом плане развиваться. Поэтому в какой-то части это правда. Конечно же, у нас очень много таких курсов, на этом спекулируют всевозможные там инфобизнесмены. Да. Но в целом, если человек очень сильно хочет, у него есть к этому даже не предрасположенность, а просто желание в этом развиваться, то он может попробовать один курс, если он увидит, что как бы тут что-то не так, здравый человек выберет другой курс, и вот тогда уже он сможет развиваться дальше в этом направлении. То есть я бы сказал, что полгода достаточно, чтобы войти в эту сферу и в дальнейшем уже работая развиваться. Ну, півроку, але ж не 1 місяць. Нет, 1 місяць это очень мало. Я не знаю, это может быть только какой-нибудь очень предрасположенный к этому человек, если это, например, дизайн, и он за этот месяц выучил основы дизайна и уже начинает практиковать. В такой сфере, возможно, да, как это реально. Но в сфере там, программирования и более тяжелых задач, конечно, там нужен опыт. Как во всех сферах. Зі свого досвіду я пробував цю історію. Ну, адже це особисто моя. Не ти, айтішник, не кидай мене, я тебе прошу. Мене там навіть ніхто і не чекає. Я от розумію, що за місяць можна реально вивчити HTML. Можна, звісно. І вже там далі потім йти розвиватися. Це прям дуже база. База – це капелька в океані, з чого от взагалі все створюється. Але, опять же, якщо це вивчити, і вже є якийсь к этому інтерес, азарт, можна так даже назвати, к обучению в этом направлении, то это уже хороший знак, что нужно двигаться дальше. Але це потрібно горіти цим. Я знаю, що усі айтішники, так, вони живуть цим просто. Ну, всі навіть знають, що це люди такі специфічні, вони постійно в своїх думках, вони мало розмовляють, вони зосереджені на чому. Ну, це особлива категорія людей. У них навіть гумор специфічний. У них навіть гумор специфічний. Сереж, скажи, будь ласка, що найскладніше айтішнику в Україні? Ну, я даже не знаю. Наверное, начать. Самое сложное – это решиться и начать. А все остальное, я думаю, как-то оно идет по накатанному. Если оно идет, оно значит идет. Самое сложное – я даже не сказал бы, что найти работу. Найти работу айтишника у нас очень достаточно просто, потому что наши компании развиваются, везде нужна диджитализация по всех процессам, во всех направлениях. Приведу, кстати, сейчас пример про аграрный бизнес. Нужно людям… ну, спеціалісти локально в бізнесі, дійсно, а також великі корпорації. Дійсно не вистачає, так? Да. Дійсно не вистачає. Большой дефіцит, ну, от якщо ми когда-то, давно люди работали руками, потом была индустриализация, люди начали работать на станках для того, чтобы увеличить КБД, а сейчас приходит цифровизация. То есть теперь мы исключаем максимально человеческий фактор, начинаем использовать нейросети. Ну, это еще рано называть искусственным интеллектом, но это, скажем так, машина, робот, который заточен очень хорошо под одну задачу. И он выполняет ее максимально идеально, потому что нет никакого человеческого фактора, ни на что не отвлекается. Да. Естественно, это привлекает бизнес, и они вкладывают в это деньги. Соответственно, не только как бы бизнес локально вкладывает в это деньги, в это вкладывают деньги большие корпорации. И большие корпорации заходят к нам в Украину, в страны СНГ, находят очень хороших специалистов, платят им очень хорошую зарплату. Часто зманюють? До речі. Очень. На в этой сфере досвіді. Это называется хантинг. В общем, это прям самая, наверное, больная тема всего IT-бизнеса, потому что хорошая голова, она на вес золота. В принципе, так и во всех сферах. Да. Просто вот в этой сфере больше всего сейчас происходит динамика, и вот именно здесь и самая большая борьба. А так, я думаю, за хорошим юристом, за хорошим экономистом, за хорошим бухгалтером тоже большая борьба. Просто нет такого определенного спроса, волны таких заказов. Скільки реально в Україні заробити дуже-дуже крутому айтішнику? Смотрите, тут как бы очень большой диапазон цен. Например, айтишник разного профиля, разного опыта может в разной компании зарабатывать разную... Но диапазон, я бы сказал бы так, от $500, хотя можно и ниже зарабатывать, в зависимости какой уровень, да, но если мы говорим уже как бы выше, то это от 500, заканчивая там 4-5 тысячами долларов в месяц.
То есть легко они это зарабатывают. Да, таких специалистов не так много. Да, они требуют определенного умственного развития. Потрібно постійно вдосконалюватись, наскільки я знаю, отримувати постійно якісь дипломи, так, якісь міжнародні дипломи. Ну, смотрите, дипломи тут не так обязательно. На самом деле, тут очень в этой сфере мне что нравится, нужно опыт. Если ты можешь показать работу, которую ты уже как бы сделал, и показать твой потенциал. Результат. Да, тебя берут в команду, которая тебя либо подтянет, либо ты дополняешь своим как бы определенным навыком эту команду, и вы создаете какой-то глобальный большой продукт. Поэтому какие-то курсы, как там в разных сферах, там, где нужно проходить повышение квалификации, это все не нужно. Хороший специалист сам определяет, когда ему нужно расти. Если он видит, что у него есть определенный недочет в этом направлении, он видит, что он отстает от команды, он сам начинает это подучивать. Это, естественно, видит менеджмент, как-то его поощряет, там как бы есть постоянный рост зарплат. Ну, если как бы человек не справляется, естественно, его легко меняют на другого специалиста, потому что рынок... Незамінних немає, на жаль. Да, да, да. Но очень хорошая сфера для того, чтобы вот начать, попробовать себя. Если не понравится, не получится, ну, можно идти работать в любую другую сферу. ВТБ на кассу. Ну, да, если кому-то нравится. Почему бы и нет? Каждому свое. Понимаете, просто IT — это тоже не так просто, что ты вот сел за компьютер, и есть стереотип, что все получается. Это не бы то сдается. Да, нужно... определенная усидчивость, нужна самодисциплина. Потому что если нет этих факторов, навыков вот, развитых у человека, то он очень быстро перегорает. Перегорание в нашей сфере — это прям очень больная тема. Дійсно. Да. Я думала, що у творчих людей в творче вигорання буває. Айтішники теж творці. Вони творять код. Вони создають щось, що вже є в звичному виді в цифровому якомусь, в цифровій обертці. У мене є близький товариш, айтішник, і він мені якось сказав, я не зрозумів більшу половину з того, що він сказав, але прозвучала конкретна фраза. Я витратив 4,5 години для того, щоб знайти одну кому в коді, яка не там стоїть. Це ж одна кома, один символ, і все, і код не працює. Это если он еще искал в своем коде. А если код чужой, вот такой вот есть. Мы зараз підемо далі, так? Такие страхи у айтишников, когда ему дают чужой продукт, ну, после кого-то ж нужно там разобраться. А тут так сфера сделана, что, допустим, вот если сравнить с постройкой, там, не знаю, какого-нибудь дома, мы дом как строим? Там монолит, залили его, там сверху чем-то обложили, в общем, вот наш дом. А в плане IT, как создаются программы, есть куча вариантов. Можно создать его из кирпича, из соломы, из дерева, из как угодно. Главное, чтобы он работал. И самое как бы интересное, что вот эти все возможные пути обходные, как это создать в конце, они вот и есть самые ценные, потому что мы можем что-то оптимизировать, что-то ускорить, поэтому совершенству нет предела. Мы начали говорить про страхи в IT. Какие еще страхи есть у айтишника? Ну, у айтишника, я же говорю, вот страх, наверное, перегореть. Хакерские атаки? Нет, такого, на самом деле, это больше мифы. Ну, как бы это не так сильно прям вот развито. Особо никому не нужно ничего ломать. Понимаете, сейчас такой человеческий фактор, что вот все эти базы данных, которые гуляют по интернету, они все попадают из человеческого фактора. То есть человеческий фактор каким-то образом их как бы оттуда достает. Даже хакеру не нужно ничего делать. Да, они существуют. Я вам скажу так, больше всего, наверное, хакеров белых, ну, так их, скажем так, назовем, потому что они работают не на то, чтобы там что-то там сделать, что-то испортить. Они ищут лазейку. Кстати, это и определенный хазарт. Они об этом говорят компании, что у вас есть такая лазейка. Компания говорит им спасибо, ну, за границу, например, за это платят денежки еще. И мало того, еще берут на работу, потому что видят, что человек со стороны увидел такую вот лазейку, а вся команда, которая это делала, нет. То есть welcome, иди к нам, хотя бы поработай, ну, с нами на удаленке, там, как-то по проектной или еще что-то. То есть поэтому большинству хакеров, вообще хакерство, это не обязательно плохо. То есть если его использовать с точки зрения вот, там, анализа других продуктов, то это очень-очень даже хорошо. Сергій, якщо ми говоримо вже про бізнес, так, про IT, як про бізнес, веб-сайти, так, зараз, ну, дійсно, жодного підприємства, мабуть, жодної сторінки не може бути без успішного веб-сайту. Як взагалі створити веб-сайт, щоб він працював? Звісно. Про веб-сайт я можу, в принципі, розказати багато, тому що у нас компанія Chi Digital, ми займаємося сайтами іміджевими, але ми іменно вводимо інновації в сайти. То есть мы не просто их делаем, как бы, чтобы вот... VR, они были, AR, 360. Да, да, 3D, AR, вот это вот сейчас самое такое актуальное, что мы вводим и уже применяем у наших клиентов.
как бы за что они к нам приходят, зовут своих знакомых, потому что бизнеса есть другой бизнес, и мы делаем, как бы, выходим уже за рамки, каждый раз творим что-то новое. То есть нам это очень нравится, потому что мы делаем то, чего, например, нет сейчас на рынке. Ну вот приведу пример. Обычный классический сайт, ну не знаю, например, там мебельная компания, ну, или там мебельного магазина. Вот дійсно так. Як зробити так, щоб от цей диван, сайт... Да? Так, от як продати цей диван на сайті так, щоб він користувався... Старий класичний сайт. Нам що зробити? Нам покажуть ну, страничку, на якій буде описання этого дивана, там ціни, возможно, відзыви, непонятно, що настоящий или не настоящий, поэтому тут ще фактор. Поэтому как бы на нього нельзя рассчитывать на 100%. Да, это очень хорошо, но сейчас большинство клиентов выкладывают настоящие отзывы, и мы как бы тоже за это и всегда просим делать видеоотзывы, оставлять ссылочку, чтобы человек мог другому человеку спросить, а правда ты был? Ты правда купил? Тебе понравилось? Как ты его используешь? И это работает. Ну, это как бы вот по отзывам все понятно. В плане инноваций. Классический вариант. Мы что увидим? Мы увидим этот диван на фотографиях со всех сторон. Ну, в лучшем случае мы увидим еще запись видео, как его со стороны кто-то там поснимал. Какие мы вводим инновации? Мы делаем оцифровку этого дивана в 3D, то есть его собираем, 3D-моделируем, предоставляем возможность на сайте полностью его покрутить, создаем конфигуратор, что человек сразу там, вообще очень просто, просто нажимая пару кнопочек на телефоне или там одну кнопочку на клавиатуре ноутбука, он меняет текстуру этого дивана. То есть он может подобрать себе свой стиль, индивидуальный. Колер может изменить на сайте. Прямо да, да, это вот такой вариант. А потом... Даже если, допустим, мы не вводим там конструктор клиентам, мы обязательно делаем 3D дополненную реальность для того, чтобы человек мог этот диван поставить в интерьер. У себя в интерьере. Ничего себе. Ну, потому что, смотрите, есть такая вот проблема для e-commerce, например. Обычно она за границей очень связана с возвратами товаров, потому что люди покупают импульсивно, но они что-то не дочитали, что-то там неправильно замерили, и им нужно вернуть товар. Что решает дополненная реальность? Почему эта инновация очень сейчас стремительно развивается за границей? То есть ее Apple двигает, ее двигает Google, ее двигает Facebook в приложениях. Вы, кстати, можете сами попробовать. Введите в google.com, ну, лучше знать на английском языке, чтобы был Google. Введите там Tiger, Shark, любое животное. Вы увидите животное, на нем можно нажать кнопочку AR и прям поставить его, и оно будет анимировано. Но это больше как бы по фану. А вот я именно говорю о том, как это реально бизнесу помогает. То есть в данном случае мы решаем две проблемы. Человеку нужно, чтобы диван купить, ему нужно его на него посмотреть. Естественно, ему нужно что? Поехать в шоурум. То есть найти его, потратить на это время. Можно еще и в пробке постоять. А так, он заходит на сайт, все бачит, крутит, может подобрать под интерьер. Слухайте, ну потом он его может купить, привезти домой, но оно не вписывается в интерьер. Что-то там вот прогадал он с этим делом. А я решаю эти задачи сразу дома и за 5 минут. То есть он, во-первых, в интернете смог посмотреть его, в дополненной реальности он мог его поставить, присмотреть его в интерьере, и в AR поддерживает один в один масштаб. То есть он будет точно такой же. То есть я поставлю точно такое же кресло, и я пойму, что это кресло поместилось. Но это более актуально для там, шкаф-купе. Вот мы реально точно знаем, что он помещается. То есть такая банальная базовая вещь, но она решает реально человеку экономию там, час времени на дорогу. Пане Сергій, от час – це дуже-дуже цінна річ. Так, на жаль, ми вже маємо завершувати. Ви нас посвятили просто у світ айтішників. У діджиталізацію. У діджиталізацію, так, з нами був Сергій Чигвінцев, засновник інноваційної веб-студії, про яку нам сьогодні розповідав. Упевнена, що вам сподобалось у нашій компанії, але хочете більше, тож підписуйтесь на наш YouTube-канал. Більше нашої компанії та найголовніше, не забудьте поставити дзвіночок.